Здравствуйте, я Марина Климова. Предлагаю побеседовать о новом формате электронных счетов фактуры ОПД, которые нам предложила Федеральная налоговая служба. Здесь очень много интересных моментов именно для бухгалтера. Мы не смотрим на ситуацию со стороны технарей, со стороны программистов, хотя это тоже, конечно, очень важно. Но я буду говорить с вами только о том, что нужно именно бухгалтеру для того, чтобы взять от этого формата все возможное, для того, чтобы совершать минимальное количество ошибок, нарушений, да еще и найти общий язык со своими контрагентами по части электронного документооборота. Приходите на видеоконсультант.